Жителям области предлагают самостоятельно ответить на вопросы анкеты, которая размещена на официальном сайте ГУМВД России. Участникам опроса предлагают оценить качество работы сотрудников органов внутренних дел, степени доверия к полиции и уровень собственной защищенности от преступников, а также посягательств на жизнь и здоровье. В прошлом году подобное анкетирование уже проводили, тогда 80% респондентов отметили, что чувствуют себя в безопасности и могут положиться на стражей порядка.